есть Пятигорск, Ставропольский край. Приехал выступать в этапе, в первом этапе Кубка России в альпинистском классе. Побороться за кубок в этом году. Выступать буду я с Егором Мальцевым с Красноярска, то есть у нас смешанная связка. Приехали с Кызыла, из Республики Тыва. У команды Федерации альпинизма Тувы. Ну, я второй раз сюда приехал участвовать на этом соревновании. Я Боярская Татьяна Михайловна. Давно занимаюсь этим видом спорта. Сейчас маленько отошла, потому что уже как бы есть молодежь, которая сильнее, грамотнее. И как бы снаряжение у них гораздо продвинутее, чем у нас было. Крючи практически уже не бьют, в основном закладухи. Ну, всегда приглашена как бы судьей. Ну, судить будут по справедливости. Меня зовут Дима, я представляю компанию Edwalk. Мы являемся производителями одежды и одновременно организаторами спортивных событий в Хакасии и на юге Красноярского края. В последние несколько лет увлекаемся альпинизмом в классе Skyrunning. И вот сегодня первый раз выступаем в качестве помощников, организаторов, судей в скальном классе. Вот вся наша бригада сегодня здесь, на Мраморке. Республика Хакасия и гора Мраморка приветствует вас в 2019 году на первом этапе Кубка России и открытом чемпионате Республики Хакасия по альпинизму. Класс скальный. Ожидались.
мы замученные. Это мы еще не замученные такие. Марина вообще конь. Конечно. Она не замучивается. Еще бы 9-8 часов бы лезла. Да, ну а что? Устали? Да. Расскажите, как прошло. Супер. Здесь такая классная скала. По ней одно удовольствие сразу. Прям хорошо. И погода отличная. И чудеснейшие мероприятия. Камера? Хочется повторять чаще. Хорошо. Устал очень что-то. Некоторые маршруты прям бодрят, так прям становится страшно за себя. После них такое напряжение в области сердца, и не можешь от этого отвязаться долгое время. А когда пролазишь хороший маршрут, и на душе хорошо, и ты счастлив. Все было классно, устали как черти, но довольны, как обычно. Выполнили программу максимум. Да, которую мы сегодня планировали, все выполнили. Какое-нибудь место должны занять. Было здорово. Вроде пошли. Если кто-то смотрит в затылок, вот так же на фотографии получится.